Вот она. Шпана. Вот она, шпана какая, она нам подарочки принесла. Вон она принесла какие подарочки. А? Найда, ах ты засранка, Найда. Ах ты, вон она стоит. Вон она стоит, сейчас. Предисловие, сейчас позову ее. В общем, всех приветствую на своем канале. Это за рамки выходящее видео будет у наших каналов. Буду просить вас помощи, не в плане финансовой или какой-то еще, а в плане пристроить этих трех мелких. Там два кобелька, сейчас покажу, и одна девчонка. Так, Найда, иди, на, иди ко мне. А такой вот нам подарок пришел до Нового года. Ну, это наш сидит рыжий. Это Бим, все его знают. А до Нового года пришла к нам вот такая матрена. Я думал, что ее выкинули. Да, Найда моя. Найда моя. Во-первых, она очень всех боится. Наверное, только через месяц он все тут долят ее стоят. Она, во-первых, всех боялась, вообще к нам не подходила. То есть получилось как? Утром даем собаке кушать. И раз-раз нарисовывается эта черная псина. Сиськи висят у ней. Я сперва думал, что ее бросили щенков. То есть выкинули и ее бросили так. А оказывается, она была уже на последних... на последнем месяце. И после Нового года она нам принесла вот такие подарочки. Сперва мы не видели. То есть утром она появлялась, когда кормить начинали псину. Появлялась почему? Потому что она таскала у него с миски. Да, Найда? Ты таскала? Такая засранка. И то есть она резко появлялась при кормежке, резко убегала. Ну, начал я ее подкармливать. Маленько приучил к рукам, ставя, она все равно боится так, но подходит к рукам. Потом несколько ягнят был падеж, она всех растрепала. И смотрю, прижилась у меня во дворе. И что-то больно быстро появляется. Стал я смотреть, стал туда-сюда, а потом полез в сеновал. Да, Найда, ну вон она боится даже. Найда. Полез в сеновал и обнаружил, что у ней здесь сделано гнездо. Вот такая. Прошу в помощи у вас в том, что все мои подписчики, кто с Тверской области, к Твери, может, кому-то надо щенки. Щенки отдали бы троих, оставил бы я ее, то есть ее стерилизую и пускай остается у меня. Вон мелкая. Вот эта вот девчонка такая. Голубенькая вся. А та два кобелька. Черные и белые. Вот, черненькие. Такие уже едят. Мамки уже мало у них. Так что подкармливаем их. И жалко как бы было. Сперва я сунулся, посмотрел. У ней там 6 щенков оказалось. 6 щенков. Да? Вот хороший кобелек. Такая мордочка у него. Засранки. Засранцы. Засранцы. Такие тоже. Маленькие. Ну, может, маленькие. Побаиваться. Мелочь. Ну, мелочь. Вот, девчонка. И два мальчишки. Вот надо их пристроить. С Тверской области, может, кто? Договоримся, как-нибудь отправим вам или передадим, или кто-то приедет ко мне сюда, в Некрасово. Некрасово — это Калининск. Найда! Уже свалила, наверное. Найда! Где ты? Там сидишь? Не вижу тебя. Сидишь, да, засранка? Иди ко мне, Найда! И вот так она. Мелочь. Мелочь. И вот так она у нас уже 2 месяца. А, девчонка какая. А какая девчонка? А девчонка какая? Все, короче, Некрасово, Калининский район, 15 километров от Твери, может,
мы вам привезем, может, сами приедете. В общем, прошу вас, помогите пристроить трех щенков. Жалко, блин, что выкидывать, и мне их как бы много, и этот, и те. Давайте, может, у кого-то знакомый, кто-то, поспрашивайте, пожалуйста, помогите пристроить. Ладно, все, всем пока. Вот такое вот видео будет. Сейчас вставлю в начале видео, покажу. Найда, иди ко мне, Саша. На, иди ко мне, сладкая моя, иди, вон она боится. Сейчас, Найда, иди. Как настроение, Найда? Ах ты, засранка моя. Найди, я тебя. Найди, покормлю. Найди, моя. И хочется, и колется, и боится, да? Да, Найда, моя сладкая. Ты моя сладкая. Вот с ним, подхвай. Да, иди ко мне, засранка. И очень она такая пугливая. Видать, то ли били, то ли что. Не поймешь, да? Засранец. Иди. Найда. Это такая засранка. Принесла нам подарков. Подарков принесла. Найда моя. Чего ты? Найда моя. Да? Ты такая засранка. Брошенная засранка такая. Ладно. Найдем, пристроим тебя. Да? Вон уже. Твои засранки пищат, да? Кормили они тебя? Ты моя красавица. Да, моя красавица. Чего там? Ну, иди. Иди, моя красавица. Щенков на продажу выставляю, снимаю ее. Иди. Морда такая, как у этого. Да. Как это? Да, скорее всего, что она как... Да. Гатап. Он боится. Только вытащил его. К мамке. Мелкий. Иди, мелкий. Он с мамкой. Иди, Найда. А? Можно уже забирать. Уже мамку доят вовсю. И едят уже сами все. Да, мелкий? Рычит. Сидит у себя там, да? Мелкий. Бульдог. А-а-а. Красивый раскрас, хороший. Да, мелочь? А, мелочь. Чего ты боишься-то? Иди, не бойся. Ладно, уберем. Пишите в комментариях, кто чего надумает. Жалко. Сейчас посадим, дрожит весь.